Более 20 лет своей трудовой биографии Константин Денисик посвятил строительству и отделке. Сегодня его авторитетное мнение всегда отмечается коллегами по цеху. Опытный руководитель знает, когда нужно спросить с бригады, а когда наоборот дать возможность проявить себя, исходя из компетенции и житейской мудрости. 2,5 метра на есть? 2,5 есть. Уровень 1,5 метра 20. Он войдет сюда, 2,5. Внутренняя отделка и вентиляция, обслуживание систем и развод электричества. Нюансов, которые возникают на объекте, бывают десятки. И здесь важно выявить приоритеты, уверен Константин Денисик. Его принцип – хочешь быть достойным своей работы, делай ее качественно. Именно ответственность и собранность нашего героя ценит подчиненное и руководство. Работая на отделке, надо увязать между собой различные строительные процессы, которые проходят. У Константина это получается лучше всех. Поэтому на сегодняшний день он занимает пост старшего прораба, по сути. Это третий человек на управлении. Кроме этого, учитывая его моральные принципы и вообще поведение, которое мимо человека никогда не пройдет, не останется небезучастным. Поэтому также он у нас и выбран единогласно председателем цехового комитета и на данном месте уже несколько лет и работает. Компания «Брижилстрой» известна в городе как активный застройщик и предприятие, выполняющее работы под ключ с комплексной современной отделкой. Именно последнее возложено на строительно-монтажное управление №1, где трудится Константин Денисик. Он уверен, каждый объект индивидуален. Никогда не знаешь, что придется освоить в очередной раз. И по-своему это даже интересно. Каждый объект – это что-то новое. Каждый объект, он не похож на предыдущий. Поэтому тут сказать, что мы тут все знаем и все умеем, так никогда никто не скажет. Каждый объект индивидуальный. По мнению Константина Денисика, очень важно любить то, чем ты занимаешься. Ведь здесь, на работе, каждый из нас проводит большую часть своего времени. Стройка – процесс долгий, не всегда простой, но если ты отдаешься делу сполна, есть шанс обеспечивать себя и свою семью достойно. В работе важно получать удовольствие от своей работы. Вот и все. И за это получать достойную заработную плату. Это тоже не менее важно. Достаток в своей семье, но он обеспечен. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щерба, Александр Микаревич, телекомпания БУК ТВ.